Как обычно, по вечерам сижу в машине, сейчас поеду забирать Сашу. Мишка-то дома уже. А вот Саша там, у бабушек. Так что поехали, его заберем. Я вернулась домой. А дома все так же. Лиска с уроками. Че? Микки is an American mouse and he speak English. Что мы делаем? Переводим. Ты переводишь, а я что делаю? Красиво читаем, перевожу. А-а-а. А ты помогаешь мне перевести некоторые слова. Короче, мы учим английский, вы поняли, да? Микки, пожелайте мне удачи. Микки — американская мышка и говорит по-английски. Микки — американская мышка. Микки Маус это вообще. Просто звучит классно по-русски. Кстати, хочу еще сказать в защиту налоговой службы, что нам все-таки прислали еще 3 письма. На Лизу, на Катю и на Сашу. Почему-то на меня налог не пришел. Может быть, я особенная? Не плачешь никак. А еще, дорогие мои хейтеры, объясните мне вашу точку зрения. Для чего вы заходите и, видимо, не глядя даже видео, просто ставите дизлайк? Что вы этим хотите показать? Что вы существуете на свете, но если так, то я вас вижу. Да, вас целый один человек. Иногда более ленивый второй хейтер заходит, у меня целых 2 дизлайка на видео. А иногда вы приводите с собой себе подобных, их целых 3. Не тратьте свое время, вы все равно пиарите мои видео. Ну а всем, кто ставит мне лайки, большое спасибо и добро пожаловать всем сегодня вновь прибывшим. Располагайтесь поудобнее. Будем с вами дружить и болтать. Стой, куда пошел? Меня только что чуть не запульнули мячиком. Запульнули. Мишка, короче, играет в попрыгунчики, а Лиска продолжает учить английский. Мы уже все с ней перевели. Микки has a friend. А сейчас она переводит еще раз, чтобы закрепить материал. Миша, я жить хочу! Жук довольный. Ползет тут за меня, закинул. Все, съела я его, съела. Микки, ми, друг. Съела. Что это? Мишка, мне показалось. Надо. Отдай, говорит. Надо, получается. Слышь, Лизка? Надо. Так, опять бомбежка мячиками. Сейчас съем. Я съела уже ногой. Под кровать тебе. Зачем? Пристырила мячик. Мы с Мишкой тут укладываемся. Точнее, мы просто лежим и смотрим на яркие огонечки. Мишка, сейчас покажу вам огонечки. Вот так вот выглядят наши огонечки. Такая лампочка есть, сейчас покажу. Вот она. Такая вот. Я ее покупала, не помню где, в каком-то магазине. И, в общем, Мише нравится. Мы сначала покупали лампочки, которые вкручивали вот туда, прямо в люстру, и 2 штучки было, они такую дискотеку устраивали, но они сгорели, и я купила вот такую. Теперь ее можно просто включить в розеточку, и она на потолок делает вот такие вот штучки. Я не знаю, как назвать, капсулы, не капсулы. И Миша их любит. Смотрите, как круто выглядит Катя. Мишку уже усыпили и унесли. Показывай. Катя сегодня хвастается, как она научилась складывать футболки и стирать пуховик. Научился, а мы видели, точнее нам рассказали. А так нас не учили. Ну мы проверим зимой, ты будешь стирать все пуховики. Как вам Катя снизу вверх? Кать, как в школе? Хорошо. Сколько двоек? Нет. Сколько троек? Ни одной. Сколько четверок? По биологии. Почти никто не был готов, а ты была готова. Да. И почему-то тебя написали аж первый. Лучше всех отвечала, что ли? Ну, она просто записывала блокнот. Те, кто ответил. А все остальные получили двойки. Ага. А моя Катя нет. А ты что получила?
об ту Оксану спросили. Сколько ты платила? Тебя просто спросили, что ты готова? Ну просто спросили, кто готов, честно. Я подняла руку, я прям готовилась. Я даже таблицу сделала. А почему тебя не спросили? А почему всем двойки, кто не готов, поставили? Надо было всем, кто готов, пятерки. Было бы честно. Не знаю. Эх. Смотри. Ладно, Катя, у нас так отличница. Что это? Там вот это отражается, так классно. Что? Что? Видишь, бегает, не поправит. Кстати, смотрите на Лизу. Она расплела свои шишечки. Если бы кто-нибудь включил свет, было бы круче. Включите свет. Не буду. Пусть... Ну, включи. Включи. Вот так, короче, выглядит. Лиза, выйди из-под лампы. У нас лампа заболела. Сейчас я вам ее покажу. Она делает вот так. Бум. Лизка, давай. Показывай, потряси своими хвостиками. Но с хвостиками в школу ходить нельзя, поэтому мы решили такую прическу сделать на выходных. Ты из кадра вываливаешься.